Добрый день, друзья. И хотелось бы сразу сказать, что непонятно по каким причинам с... Да ёб, ну вот опять, вот. YouTube почему-то, когда я выкладываю видео, происходит, допустим... В общем, в моих видео на YouTube, вот в последней части Far Cry, там... какие-то происходят размытости непонятные, то есть видео как бы становится нечетким через каждый там может 5-10 секунд, вот так вот. Я не знаю, по какой-то причине я играю, у меня нет никаких размытостей после рендера, сжатия видео или там нарезки видео, тоже никаких размытостей нету. А вот на YouTube заливаю, я понимаю, что YouTube сжимает качество, но все равно что-то не то. Ладно. Так. Сюда. Что это такое? Это написано дополнительное задание. Выполните. Выполнить для... Видимо, нужно именно выполнить. То есть, сказано, выполнить. Тогда, мол, вы получите обычное задание. Компанию. Это радио свободной тираты Рабера Ирана. Собал говорит... Стоп. Это кто? Это случайно не Яки, как вы думаете? Чё у нас там по гранатам? Подождите-ка. Рабера Ирана с вами на радио «Свободный Керат». Знаете что, я уже и не вспомню, когда слышал хоть что-то хорошее о северной части Керата.
свободный Герат. Сигнал не остановить. Вы слышали про тысячу?
Аджай, брат мой! Я как раз думал, что мы должны объединиться. Ты и я. Промысел Божий направил тебя ко мне. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты мои брать. Это псалтир. А смысл? Солдат всегда верен своему долгу, даже если этот долг привел его в страну безбожников вроде этой. Мы солдаты, и наша цель — защищать убиваемых. Знаешь, что необходимо для этого? Вера. Ствол, Аджай! Ствол! Без него не пройти бедствию по морю и не поразить волны морские. Поможешь мне, и Золотой Путь получит свое оружие. Ладно. Славьте Господа, пелена спала с глаз юнца. Такое дело. Вертолет, доставлявший груз через горы, упал. Возьми этот датчик. Опереди армию, отыщи посылочку. Господь наш дарует тебе транспорт. Что скажешь? Аминь. 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 Ну иди! Иди! Иди, Аджа! Я недавно слышал о местном убийце. Говорят, он оставляет на месте преступления жуткие маски. Лонгин, твой навигатор говорит, что я уже почти пришел туда, куда тебе надо. Отлично, Аджай. Достигнешь места катастрофы. Осторожней. Армия короля пошлет солдат, чтобы присвоить груз из вертолета. Разбей мерзавцев! Или просто укради груз, как вор в ночи. Понял. А пушки где?
Что теперь? Тоже пусто. Черт.
Может, хотя бы здесь? Если нет, то я ничего не понимаю.
Посылка доставлена. Распишитесь. Думал, там оружие для Золотого Пути. Потому и взялся. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Тебе лгут, сам знаешь. То, что зовут кругом жизни, на самом деле это жизнь на чужих костях. Ешь или будь съеден. Для животных это выживание. А люди зовут это бизнесом. Это... Бизнес, Аджай. Проклятый бизнес. Меня спасла пуля. В голову. Она убила старого Лунгина, страшного человека, имя которому было Палач. Эта пуля продырявила мой череп, чтобы пустить свет Божий в мое сознание. Я был крещен в водах Гока Фоллс. Так, а бриллианты? Левит 17:11. Потому что душа тела в крови, ибо кровь сия душу очищает. Это тени былого, что неустанно преследуют меня. Каждый бриллиант — грех, совершенный мной, коих было много. В итоге, что с оружием? Оружие? Будет! Иди! Передай Амите и Сабалу эту благую весть! Да, и, кстати, на старой чайной фабрике Деплёр готовит к отправке большую партию опиума! Что? Опиум? Мерзкий бизнес повсюду. Иди же! Скажи им! А как закончишь, навести меня, ибо не пристанен промысел Божий! Фанатик. Точнее, даже не фанатик. Непонятно кто. Вроде у них здесь другая религия. Так, навыки, да. Патрончики. Блин, нужно